Я полностью подтверждаю все то, что вы сказали, по оказанию врачебной помощи, все это нормально. Я хоть и редко бываю в больнице, но действительно вижу, что все это так. У меня такой вопрос. Сейчас тоже вот идет и в средствах массовой информации такое дискутирование об объединении городской больницы и нашей больницы. Как вы к этому относитесь? Будет ли нам лучше от этого или нет? Нашему населению, нашего конкретно сельского совета. Михаил Карпович, ну, по поводу оптимизации, реорганизации и сливания, на сегодняшний день учредителем является Министерство здравоохранения Красноярского края. И вы понимаете, что на сегодняшний день какие-то этапы или какие-то вопросы, которые пока в работе, может комментировать министр здравоохранения. Но нам это надо? Какой вопрос? Прямой. Понятно. Вопрос. Ну, по поводу пункта.